С этого сладкого магазина на Социалистической начался отсчет истории фирменной сети кондитерской фабрики. Именно он 20 лет назад стал эпицентром притяжения любителей полакомиться. Поздравил всех причастных к этому празднику и председатель Бобруйского горисполкома. Я считаю, что бобруйчане, конечно, оценят и в канун таких праздников новогодних. Это действительно вы для нашего города преподнесли огромный-огромный подарок. Спасибо. Я знаю, что средний чек кассы будет выше, чем в других магазинах. Первых посетителей встретил не просто обновленный, а действительно новый магазин. Хотя его торговая площадь и осталась прежней, здесь изменилось абсолютно все. Вывеска, интерьер, оборудование. Воздушности придали даже светильники. Между полками и витринами много места. Проходы стали свободнее, что удобно для покупателей. Уверена, наши жители и наши гости города Бобруйска по достоинству оценят данное изменение. В своих сладких предпочтениях жители города на Березине едины – красный пищевик. Это полезно, вкусно и доступно. А главное – свое – бобруйское. Хорошая дегустация, все такое вкусное, все приятное, такой красивый магазин. Слава Богу, что у нас есть Бобруйский, такая красота. Все очень красиво, интересно. Все хочется купить, попробовать. Свое, родное. Мы уже привыкли к нему. Это качество, это прекрасная и красивая продукция. Мы всегда с восхищением смотрим, видим и покупаем ее. Сюда непременно приходили тогда и приходят сегодня за качественными и свежими лакомствами. Мы это делаем постоянно, особенно к этому сезону мы очень хорошо подготовились. У нас и в линейке зефиров новые продукции, и халва, и дрожже. Вот, чего только стоят такие интересные сочетания. Халва с перцем, например. Да? Это для любителя, конечно же, но он имеет место быть. Или же зефир со вкусом латте карамели, шампанское, клубника. Вот. Продукт, который уже сегодня видно, что завоевывает сердца потребителей. К реконструкции и кардинальному преображению торгового объекта подошли не только с большой фантазией, но и с душой. Праздник получился домашним, с новогодней атмосферой. В преддверии Нового года у нас очень много новинок, очень большой ассортимент продукции. У нас полезная продукция, сладкая продукция, уникальная продукция. Мы всегда стараемся предоставить нашему покупателю всевозможные новинки, чтобы радовать и приносить только радость, праздник и вот в эти прекрасные предновогодние дни. Фирменная торговля – это не только доступные цены. Свежий товар и регулярное обновление ассортимента – еще два непременных ее условия. Сладкая продукция в новый магазин будет подвозиться с предприятия ежедневно. А то, что прилавкам потребуется регулярное подкрепление, показали первые же минуты его работы. Василиса Караханова, Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.